эти две молодые женщины приехали сюда, в Прагу, из разных уголков Европы. Обе мечтают стать в будущем бизнес-лидерами. Меня зовут Консолата Лосана, мне 21 год, я из итальянского Турина. Меня интересует устойчивое развитие, и я хотела бы работать в компаниях, которые занимаются защитой окружающей среды. Здравствуйте, меня зовут Алла Букола Адебавали, но люди называют меня Буки. Я из Ирландии, я веду борьбу за то, чтобы женщины и люди с разным цветом кожи имели доступ ко всему в обществе. Консолата и Буки приехали в Прагу вместе с 27 другими студентками из стран ЕС, а также из Западных Балкан и Украины. Для участия в летней школе по женскому предпринимательству в цифровую эпоху. Проект, организованный технологической компанией Huawei. Мы в нашей компании Huawei и на курсах стремимся дать женщинам инструменты и навыки, необходимые для того, чтобы они не только формировали, но и возглавляли цифровую революцию. В настоящее время в ЕС мужчин в сфере IT и коммуникации намного больше, чем женщин. В прошлом году на 5 мужчин в секторе приходилась одна женщина. А в мире бизнеса и финансов женщины занимают руководящие посты в менее чем одной из 10 крупнейших компаний ЕС, котирующихся на бирже. Задача слетов, подобных пражскому, помочь начинающим профессионалам уменьшить гендерное неравенство. В вопросе о гендерном равенстве все не так просто. Мы не только говорим о женщинах, мы отдельно занимаемся правами женщин с ограниченными возможностями или женщин других рас. Нам необходимо проводить политику лояльности, сокращать разрыв в оплате труда, добиваться справедливого карьерного роста и баланса между работой и личной жизнью. Изменение климата, устойчивое развитие, энергопереход – вот неполный перечень тем, которые обсуждают эти девушки, пытающиеся строить Европу завтрашнего дня. Климатический кризис должен рассматриваться как абсолютный приоритет, но, безусловно, не будем забывать, что устойчивое развитие имеет социальную составляющую. Важно, чтобы никто не остался в стороне. Консолата и Буки приняли участие в разработке платформы для обучения и налаживания контактов. Она призвана обеспечить малым и средним предприятиям ориентиры в строящемся цифровом мире. Девушки готовятся представить свой проект. Немного волнительно, надеюсь, все пройдет хорошо. Здоровые предприятия – это моя цель, и ваша цель тоже. Мы ведь все этого хотим. Я чувствую себя очень хорошо после презентации. Публичное выступление стало для меня отличным опытом. Он пригодится. После насыщенной недели летней школы пришло время прощаться. Торжественный ужин организован в роскошных интерьерах Тройского дворца. Буки и Консолата получили награды. Я в восторге, честно говоря. Получила здесь заряд уверенности в том, что смогу воплотить все свои идеи, направить их в будущее на благо молодых. Я так благодарна, и мне грустно, что это мероприятие заканчивается, но я знаю, что это начало чего-то большого.